Дядя Юртас, здоровеньте булы. Кормлю Катюшу всякими хренями. Илья ж нам 450 рублей прислал. Взяли 4 порции. Так что смотрите видео. Будет круто и богато. Ну, такой у нас комплект стандартный. Это. Мы еще миско принесли. Мы еще миско заказали горячее. Спасибо. О, Сибирия. Сибирия молодец. Ебать, дикий. Почему дикий? Мы блогеры, блядь, из Ленивы. Ты-то, блядь, не дикий, уебок, нахуй. Давайте забаним этого чухана. Кто хочет? Лазгустины, заебись. И пивко. Ой, опять мата. Грасиас. Лазгустины. Нищеебом ебало. Да и вот, эй, алло. Камеру протри. В общем, блядь, не хочу вам показывать. Нажми, блядь, на небо, то чтобы красиво. А, было. Небо. Вот сюда, вот, чтобы красиво. О, небо. Да и вот. Так, с Юртасом поздоровался. А теперь смотрите видео про то, как мы шли от индейцев и спускались вниз. Будет вообще интересно. Сейчас уже донатов дохуя. Баба в себя поверила, ходит в купальнике. Сидим, отдыхаем здесь. Ой, еще раз. Ой-ой-ой, извините, пьем ядермастер Иван Иванович там в гостях. Ладно, все, смотрите видео, не буду вас отвлекать. Лайк поставили, хуяйк, тыщенку, хуенку. Ну все, пузырик идет. А, вы так и не видите, это видео про индейцев. А, не, уже не про индейцев, уже про то, как мы едем по реке. Загуляли, хули делать. Нищеебо. Ну ладно, смотрите видео, будет интересно. Мы там по воде спускаемся, вообще люди в шлемах, вся хуйня. Ну а мы что, нагостились. Оказывается, с тюбингом не так все просто. Надо еще часик в обратную сторону пойти. И все. Ну там вроде без гор, так что нормально. Так что наслаждаемся, опять вот ходим. Хайду-иду! Очень жарко. Хайди. Я вам на киноэффект красоту решила поснимать. Это есть? Есть. Вот такое оно путешествие на Карибах. Нашли тюбинг. Что? Ну когда не в гору идешь, прям просто нормально идет, вообще не устаешь. Да, мы идем с вами на место посадки в тюбинг. Начинаете сразу опять умирать. Вон тюбинг уже впереди бежит. Как тебя наш гид? Нормально, что? Нормально. Не приставал хоть. Молчаливый, да. Да. Хороший гид. Хоть не говорил, ничего купить у них обязательно какой-то фигню всякую. Нормальный проводник, что? Ну да, да, да. Такой прям вот у меня проводник. Если бы ногу сломали, он бы нам привязал бы ее просто. Крутя. О, где-то там. Сделаешь, блядь. А? Во, мы дошли. Сколько мы шли? Часа два, наверное. А сейчас поплывем. И будет зашибись. Готовим наших коней. Мы остались одни. Не бойся. Uh-huh.
Держись, держись, а что ты? Она сейчас перетянет. Бургосибина. Бля, ебаный рюкзак еще. Нельзя встать-то? Застряли? Давай. Плывем дальше. Охренеть. Держись, держись. Держись. О, держись. А, заебись. Ого. Сейчас уже поймай. Ого, заебись. Да? Фу. Нихуя. Да, мы веем. Кате очень понравилось. Ой-ой. Лучше бы мы пешком обратно шли. Ну так-то забавно. Еще одна преграда. Дороги. На самом-то деле, знаете, стремновато. Угу. Так, держим крепко вас. О-о-о. Ёбушки. Коробушки. Доня кайфует еще больше. О, ну все, блядь. У меня еще рюкзак, блядь. Ребята, вот так плыву. Ужас. О, мы догоняем. Все приветствуют Доню. Это тебя толстый назвали, а Доню красивый. О, смотрите. Обалдеть. Джуманджи. Джуманджи, да. Продолжаем плыть. Там где-то цапля. Обогнали уже бригаду ту. Но вот это на самом деле гораздо забавнее, если бы не рюкзак. Что-то мы думали будет, знаете, гораздо... Всего больше понадобится. Можно было и на лифте идти. Не так с ними лифте. Мы взяли с собой только воду. А если бы наши... еще это рис. Это все из-за Калининграда было тяжело. Если бы нашего гида съел этот... Кто? Этот ягуар. Что ты ел? Не знаю. И вытирала бы жопу туалетной бумагой. Ой, извините, это она случайно сказала. Что, про жопу? Да. А я что, не какаю? А, это я извините, не какаю. Пороги. Ну вот это прикольно, уже прикольно. Одним бы, да, было тоже прикольно. Просто не прикольно было в том плане, что мы самый большой порог проплыли одни. Вообще не прикольно. А, да. Вообще эти ситуации. Доня, ты вообще в шоке? Ну вот сейчас уже плывем, уже, знаете, изрядно поднадоело. Что вы скажете, девочка? Девочка. Только на порогах, нет, мне нравится. А что, в принципе, он тебя тащит, пока... Ну, это друг так богат, вообще, да. Почему не твоя рука? Нет, Доне не нужна. Я бы хотел один ехать, наслаждаться. Один, а там в Волхов ехать. Наслаждаться. Опасность.
Зачем ты поешь? Ты думаешь, что тебе туда? О, все. Да, работа возить идиотов, блин, получается. Хотела водить идиотов, а потом да, да. Идиотов. Ну, подождите. Это мы за вас. Еще шея затекла. Ну, в общем, наверное, все. Вот такое получилось у нас. Видео. Главное риск. Здесь, смотрите, собака плывет. А здесь какой-то чемпион мира тренируется. Нормально, на парочку плывут. Прикольно.